Всем привет, ребят. Ну что, смотрим акции, поменялось ли что-то и добавили ли на русском сервере кузницу лепрекона, которую добавили вчера на... Ничего себе, подарочки VR даже есть, которую добавили вчера на немецком сервере. Заодно и посмотрим сейчас акции, которые есть на русском сервере. Набор необычный. Понятно все. Здесь все понятно, поехали. Чекнем парящий остров. Ничего не поменялось. Вряд ли они будут менять. Подарки Авиара. Вот такая вот акция у нас наконец-то появилась на русском сервере. Ну, честно говоря, такое себе по сравнению с другими серваками. Там, конечно, покруче дают, но все равно добралась она сюда спустя месяц. Так, колесо фортуны. Это вроде не купон, если я не ошибаюсь. Не, это обычное колесо. Ничего такого интересного. Карты таланта, бинго, таланты, награды. Магическая лаборатория. Все-таки магическая лаборатория. Правильно ее назвал вчера. Переименовали они ее. Так, что по кодам у нас уже есть? То, что ребята писали. Сейчас вам скажу. 3, 1, 2, 2 кристалла Апекса, 400 штук. В принципе, неплохо. 1, 2, 1, 4. Мешок эмблем 8 уровня. Одна штука. 2, 3, 2, 1. Руна эмблемы 2 уровня. 4 двойки. Ящик обликов героев. Это, кстати, заберем. 2 уровня 50, кристалл волчонка 20, это 2, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 3, препарат роста. Надо еще будет найти руну таланта 10 уровня. Так, давайте заберем. Потратить один самоцвет, мы его тратить не будем. Сделаем просто вот так вот. Соедините. Вот ящик обликов героев. В общем, когда я в описании оставлю, заходите, пользуйтесь. Такс, поехали дальше. Что у нас еще интересного есть? Пока еще не пришли. Надо будет на английском посмотреть, забрать, если там будет, потому что там надо больше прокачек, что-то обновление какое-то было. Странно. Так, поехали на Тайвань, посмотрим, что у нас на Тайване интересного есть. За питомцев, за роллинг, пак, накопление, вот такое себе, скины, опять скины, вот шот половинка, ну такое, ничего сверхъестественного. Все такое же, как и было. Поехали на английский сервачок. Сейчас заодно и гляну, чекну АЭС, что там интересного и нового есть. Там. Так, тоже есть лаборатория. Поехали, сразу же в нее заберу скины. Так, апдейт, кетчи прайс, хватайка, нифига себе. Нифига себе на английском сегодня. Поменяли хватайку. Вот такое себе.
Ну, ключики вытащили. Эссенции. В принципе, то, что мне надо. По 80 всего. Так. Орбы. Гифты. Бонусы. Сейчас посмотрим. Ну, на английском сегодня поярче рынок, походу, чем вчера. Так, понятно. Smash and Win, это все было. Бинго. Авиар. Авиар такой же. Посмотрите на Авиар здесь и на Авиар на русском. Разницу сравните. Так. Теперь поехали сам рынок. 800 пыльцы и целый зефир дается за самый большой пак. Но все равно, по сути, надо 4 больших пака, чтобы словить нового героя. 500. 40 этих. И там и так. Что тут у нас еще? Магическая пыльца. Скины на Квинвашп. Так, скин. У меня оккультист на максималке. Это тоже на максималке. Вот, начали скины давать. Вот этот есть. Сурика нету. Да, со скинового сура нету. Подкармливают они нас скинами. Так, тут 500 и 800. Очень выгодный, кстати, пак. Апдейт. Больше ничего такого интересного нету. Вот, пришли награды. Поехали, откроем сразу же. Посмотрим, что у нас интересного вылетит. В принципе, шансы собрать скины очень-очень даже ничего. Вот это реально плюс. Для без донатов особенно. Вот, смотрите, плюсик уже есть. Еще один. Дальше пошли у нас максималки 20-й, ворожаи докачанная, руны тоже. А, сурики у меня тоже докачанные уже. Горгу нужен. Вот такое, видите, нету в этих скинах всех. Так что максимально я не прокачаю еще, к сожалению. Так, окей, с этим разобрались, поехали дальше. Поехали глянем немочку, что у нас на немке есть. Тоже
Тоже кидает что-то апдейт, что-то они вчера обновляли все-таки. Очень странно. Так, что у нас есть на AS-сервере? Сейчас я гляну. Пока обновляет. Тоже магическая лаборатория, хватайка, колесо фортуны. Островок. Ну, то же самое, только пакет накопления немножко странный у них. Сейчас зайдем еще на АЭС, посмотрим, чекнем. Не забыть поставить колду. Сегодня будем пробовать проходить ее. Так, докачать немка. Что у нас интересного по немке? Авиарс добавили. 120 пыльцы, плюшки. Кстати, там было Инвашп, это уже второй за неделю. Так, Русталка та же, пират тот же. Двадцать эссенций. Так, по рынку как обычно все топово. 1000, я офигею. Вот здесь видите, печеньки нормально продают полным ходом. Ну, такое. Окей, с этим разобрались. Поехали еще АЭС с вами чекнем. Смотрим, что там интересного есть. Кстати, надо зайти забрать, не забыть. Так, отлично. С этим разобрались. Нам пришло за вчера. Восьмая эмблемка. Так, не могу забрать. Поехали, АЭС попробуем. Так, вот такой вот базар, набор накопления, странный какой-то, как для сервера, честно говоря. По времени макса, в принципе, то же самое, что и на русском, ой, на английском андроиде. Тут все то же самое, плюс здесь есть хватайка. Он тоже обновленный, судя по всему. Да. Не дали нам, к сожалению, жетонов. Триста санкций. Колесо фортуны. Рулетка удачи. Ну, в общем, все остальное такое же. Ничего не поменялось. Вот такие вот, ребятушки, плюхи. В принципе, все. Пишите комменты, ждите сегодня обзорчик Мари по локациям. Всем удачи, всем пока.